всем доброго дня. Совсем скоро дойдут заквасочки, которые я уже отправляла. И я хочу вам показать видео, как эту закваску я буду оживлять. Что все очень-очень просто. Вот у вас будет такая инструкция. Она простая, все доступно написано. И вы прям по ней действуйте. Ничего сложного в этом нет. Здесь у меня столовая ложка сухой закваски. Вот так она выглядит. Без постороннего запаха. И может быть такой запах муки, мучной. Теперь по инструкции добавляю 100 мл обычной воды, не кипяченой. Это очень важно. Все перемешиваю. И оставляю так на 15-20 минут, чтобы закваска разбухла немножко, напиталась водой. Так, закваска разбухла. И теперь по инструкции добавляю 80 грамм пшеничной муки высшего сорта. Все тщательно перемешиваю. Вот так выглядит масса. Я накрыла шапочкой, оставлю вот прям в мисочке. И берите что-то стеклянное и прозрачное, чтобы вам был виден весь процесс, как закваска становится воздушной и пузырчатой. Вот и все действия. Все очень просто и быстро. В таком виде оставляю закваску на столе. У меня сегодня на кухне очень жарко, 30 градусов. У нас в Краснодаре продолжается жара. Но у вас может быть разная температура, главное, чтобы она была стабильной, не было резких перепадов. От 23 градусов будет нормально. Увидимся завтра уже с готовой закваской.